Добро пожаловать, друзья! Это Трансформеры Войны на Земле. С вами, как всегда, и все по-прежнему Андрей Доцин. Ну что, мы продолжаем. У нас продолжается особый ивент. Так сказать, собираем награды. И осталось совсем чуть-чуть. Пару боев. А может быть даже и один, и у нас наконец-таки-то откроется награда компании. Но прежде чем мы посмотрим, что у нас там, давайте-ка мы посмотрим, что у нас там с силовыми ядрами, наконец-таки-то. Несколько неиспользованных силовых ядер, попробую их объединить. Ядра зданий, либо ядра ботов. Ну давайте ядра бота. Конкретные для бота. Ага. Так, у нас это за Оптимусом закреплено. А, установить. Что-то как-то странновато. А, воин. Может быть, воин. Ага, при нулевом здоровье произойдет эми-взрыв. Нафиг это надо? О, защита. Вот это вот весьма недурно. От мортир. Ракетных комплексов. Я предлагаю улучшить универсальные. Вот авторемонт было бы весьма недурно. Давайте-ка авторемонт. Во! Обалдеть. Так, а что из них что? Так, вот это вот. Блин, зараза, а как? Чёрт, а? Какой же там из них-то... Импульс смерти. Давайте импульс смерти вкачаем в этот... В авторемонт. Все импульсы, так сказать. Ну, давайте объединим. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Поглощай. О. Хм. Весьма недурно. Я, правда, думал, что будет там гораздо повыше показатель. Но и так пойдет. Я так думаю, будем улучшать универсальные. Ибо они самые такие, походу, крутые тут. Аэробот. Так, это все здорово. Давайте-ка, погодите, у нас же есть команда. Давайте-ка мы установим на наших ботов. Так, отражающее покрытие. Только на аэроботов. Ну, на аэроида давайте. О! Что он сейчас, башкой разобьется? А, за десантуру такой, да? Бабаха в голову себе, да? Здорово. Вот это другое дело. Так, аэроид у нас вооружен и готов к бою. Ну, давайте артиллеристам. Кому бы там добавить-то? Альфа, браво, дастап, дастап, сиспрей, хаунд. Ну, можно, в принципе, и сиспрей. А, во, миражу давайте. Зараза! Так, ладно, пусть это у нас потом будет мираж, в общем. Будем это ставить на самых таких. Прохаванных. Установить. Может быть, на слага? Как думаете? Блин, зараз, да у них у всех откат лютый. Надо, короче, на трехзвездочных ставить. Определенно. На двухзвездочных не имеет смысла. Будем улучшать самую топовую команду, чтобы потом, как-никак, увеличить максимальную нашу боевую эффективность. Ладно, погнали. Награду компании соберем, в конце концов. Так, сиспрей ствол из задницы достал. Но откат команды это отнюдь не увеличило. Берем эту тогда. Так... Ну? Весьма недурно. Так. Здорово. Просто замечательно. Все в одной точке. А значит, что мы сейчас все это уничтожим одним мощным выстрелом. Если повезет. Давай. Отлично. Вот это я понимаю. Давай. Уничтожай ты. Так. Так, и я хотел только на этого навестись, но, увы, я. Кто это был-то хотя бы? Танк какой-то. Нормально? Просто замечательно.
завалили его. Ну, наконец-таки-то. Награда компании разблокирована. Давайте посмотрим, что у нас там. Блин, чуть-чуть осталось и прокачаются. Вот зараза. Так. Угу. Ну, чтобы, видимо, запустился сюжет, надо еще одну битву пройти. Видимо, только тогда. Во, у нас как раз есть еще один отрядец. Угу. Но? Нормально. Все рядом. Значит, одним залпом все снесем. Тем более у нас отряд артиллеристов, так сказать. Так. О-о-о. Ё-моё. Давайте, уничтожайте. Надо было турели уничтожить. Эй, ладно. Так. О! Обалдеть, ё-моё. Такой залп, с ума сойти. Уничтожь, турели уничтожьте. Так. Все. Зараза, все-таки успел убить моего. Ну ладно, мы зато Мегатрона грохнули. Угу, замечательно. Грандиозная победа. Ух ты, ничего себе. Глядишь, так накопим на осколки в 3 звезды. О, Достап повысил уровень. Ну, поздравляю. Так. Ну. Так, сюжет, сюжет. Ну, давайте посмотрим. Что ж там было дальше-то? Так, во, нормально. Лука, должно быть, ты успел повеселиться на какой-то новогодней вечеринке, товарищ Мегатрон. Ты выглядишь еще хуже, чем я. Старскрим, сколько раз я тебе говорил, что прежде чем приносить своего питомца на базу, нужно надевать на него намордник. Ха, товарищ Лука, прояви немного уважения. А? Что, присмыкаться как ты, Старскрим, да? Напомни мне, почему мы терпим этот вонючий кусочек плоти, Старскрим? А у него есть способность нахождения интересных источников энергии. И на этот раз он нашел что-то по-настоящему стоящее. Под землей? В небе, товарищ Мегатрон, в небе. В последнее время появились сообщения о солнечных вспышках, но дело не в них. Что-то пытается прорваться в наш континуум из... ниоткуда. Межпространственное перемещение? Да, что-то очень мощное и очень нестабильное. Их резонирующая частота кибертронского происхождения. Найди мне транспортник для дальнейшего исследования. Нельзя упустить такую возможность. Блицвинг уже находится в режиме ожидания. Последним пришел, первым ушел. Это мой девиз. Идеально. Я чувствую, что мой путь к выздоровлению значительно сократился. Мегатрон у нас, то есть, в данный момент регенится, согласно истории, да? Ну, чую, грядет, так сказать, битва с боссом, по всей видимости. История продолжается. Интересно. Почему все эти ивенты, даже те, которые были и на которые не успел, нельзя разместить в разделе миссии, чтобы просто повторить их хотя бы, даже без опыта и так далее? Было бы интересно посмотреть вообще, что да как, какой порядок вообще. А то как-то все такой сумбур получается. Ну, в общем, вот как-то так. Ну ладно, друзья, давайте закончим тут и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Ссылки на плейлист, группу ВК, Facebook, Twitter, а также на другие прохождения, связанные с трансформерами, снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья, приятного настроения и храни вас Праймус. Пока-пока.